Если концепция реформы медицинской пока не ясна, то вот главное положение пенсионной на этой неделе раскрыли. Этот документ согласовали с МВФ, а общественности представлял лично премьер. Теперь проект должен утвердить Совет реформ и парламент. Глава правительства уже пугает. Если они этого не сделают, дефицит пенсионного фонда в следующем году увеличится на 34 миллиарда гривен. Итак, как в Кабмине собираются латать финансовую брешь? И чего ждать украинским пенсионерам? Смотрите далее. Ее все-таки явили украинскому народу. Долгожданную пенсионную реформу. Я беру на себе полную ответственность за позитивный результат для украинских пенсионеров. До позитива украинским пенсионерам осталось совсем немного. Что же предлагает правительство? Первый момент – пенсионный возраст. Его, как и обещали, вроде бы поднимать не будут. Кожна людина в Україні повинна мати право вийти на пенсію в 60 років. Питання друге, чи скористається вона цим правом? Інакше кажучи, які умови? А це дуже важливе питання, тому що пенсію потрібно заробити. Погодьтеся, що той, хто платив внески 35 років, и той, кто платил внески 15 років, они не могут быть в одинаковом состоянии. А это и есть главный нюанс. Если необходимый стаж меньше 25 лет, работать придется дольше, до 63. А тем, у кого он меньше 15 лет, на заслуженный отдых раньше 65 и рассчитывать не стоит. Правда, недостающий стаж можно докупить. Компенсировать вартість одного года, двух, трех, четырех, пяти, шляхом внески до відповідного пенсійного фонду. Но 25 лет необходимого стажа – это только для начала. Его постепенно будут увеличивать ежегодно на год. И в 2028 он должен быть 35 лет. А что же делать тем, у кого трудового стажа нет? К примеру, заробітчанам или домохозяйкам. Він має право на соціальну пенсію. Соціальна пенсія – це 50% від мінімальної. Вот такая ситуация. А вот именно минимальную пенсию в Кабмине обещают поднять. В среднем пенсии вырастут. В диапазоне, как показывал премьер-министр, от 200 и понад 1000 гривен. В зависимости от стажа и заработка. Уже осенью обещают отменить налог с работающих пенсионеров и не откусывать от их выплат 15%. А вот специальные пенсии для госслужащих, прокуроров и судей должны отменить. Но чтобы все эти изменения заработали, их должны одобрить. Сперва на Совете реформ, а затем в парламенте. И желательно до летних каникул.